Водолей, лев, это значит пожар, лев это огонь, да? И сейчас она делает петлю, идет этот уран, идет в этот, как его, стилет. И все. И этим быстро. Путь исследования был зарев густой черный дым. При подъезде прокладки первых магистральных линий, которые шли на четырехходовые и трехходовые разветвления рабочей линии на боевые участки. Горела активно вот эта часть здания за моей спиной. Языки пламени конвективно лизали стену. Несущие конструктивные элементы трескались, это было видно очень хорошо. Вода еще не добивала до окон, были некоторые проблемы с подъемом давления в общей сети. Вот, однако сводчики уже сманеврировали от цистерн внутрь через черный ход, который был, кстати, очень сильно забит. Туда же мы зашли. И в первый, значит, час были выведены люди. Первые были самоэвакуировавшиеся, а последующим эвакуировали из проемов окон через бронескайлифты и на сторону бульвара. Значит, особенностями здания является исторический облик с надстройкой дважды. Вокруг здания два еще полуздания пристроены с надстройками, которые одно было сделано 2 года назад незаконно, а вторая буквально год назад со слов жильцов, что нагружало здание и без того. В квартире Башмета был произведен ремонт. Там была только одна женщина, которая успела вынести ребенка, после этого раздался хлопок, а она видела до этого стену огня на задней стене квартиры в погашенном коридоре. Хотя, когда она выходила к подруге, с ее слов, свет горел. Вот. С этого с хлопка начиналось основное горение, которое вышло на вот переднюю часть здания, распространялось внутрь и наверх, и на перекрытие, которое прогорело через 25-30 минут активного горения, и снова
создав еще одну зону горения со скрытыми очагами горения, куда через створ воздушной пеной подавалась пена для того, чтобы не промыть все здание. Но тем не менее, произошло так, что именно через квартиру Башмета, разделенную на два этажа и полуэркер, пожар конвективно выбился наверх. И если бы действия пожарных не были такими синхронными, пожар был бы упущен, и с третьего номера перешел бы легко на четвертый и пятый. Сколько человек погибло? Сначала мы видели, что это четверо человек, двое из которых вынесли на черный ход, потом во двор, двое оставались внутри, одного человека из этих четырех упустили, потому что стало рушиться перекрытие, он остался там, потом увеличилось до пяти, а за последние два часа почитали шестого и седьмого, но седьмой фрагментарный, еще не ясно, будет это человек или остатки какого-то из тех людей, которые выносили раньше, тоже частичные. Частично сгоревших. Каково состояние дома на данный момент? Есть трещины суперкатегорального рвущего характера, которые идут через наружную часть, через полуарки окон и выходят во внутреннюю часть, которую хотелось бы обследовать независимым экспертом. Дело в том, что эти трещины имеют вектор расширения, естественно, пролиты пожарной водой, идут вовнутрь, рассекают несущую стену здания со стороны двора номер один отсюда, с Калашного переулка. Есть прогибы, диссонанс в кирпичах, это можно хорошо видеть по кладке с этой стороны, ну и с наружной стороны торца, если приглядеться, выпячиванием. Внутри же вектор расширения до 2 сантиметров, что говорит о том, что если вовремя не начать сейчас уже проветривать здание, утеплять его с помощью конвективных пушек тепловых, то есть прогревать, ставить перемычки, стяжки, то, конечно же, если нам обещают вот какую-то еще увеличение температурного режима, то есть, конечно, на минусы пойдет температура, то даже 7 градусов позволит кирпичу 1912 года просесть, и мы можем видеть не только обрушение, но и утерю исторического здания по эклектике субдоминанта, которую мы имеем в центре Москвы. Вот поэтому, конечно, все инициируют и будут инициировать даже перед Бирюковым Петром, которого ожидают здесь на объекте, чтобы была проведена серьезная экспертиза, дефектоскопия здания и вот те самые стяжки и укрепление здания, очень быстрый ремонт, который спасет исторический памятник. Вадим Михайлов, основатель, лидер движения «Диггер», владитель независимого центра «Диггер Спас». Ну, ты понимаешь, ниже той трещины и вот здесь, так. Сама. Извини. Алло, алло, алло. Да, с этим телефоном мне звонили. А, это Михайлов. Да. Алло. Так. Пообщаться успел, только контакты мы нам не до контактов было. Скорее я им давал, они на будущее хотели заказать независимую экспертизу. Я им дал. Единственное, кто не взял, то... Нет, а вот эту вот хозяюшку квартиры, которая приехала в Башмета, с которой мы договорились об интервью, она, в принципе, его дала. Ее забрали во внутренний двор, она там пока находится. Туда не пускают. Ну, она вот главная няня там в квартире, она приехала из загорода уже по факту того, что произошло. Но говорят, что ты летаешь все равно много. Температура давно. Леша, какие на колпаке загорались на стекло? На месте сейчас продолжают работать следователи, спасатели. Вот вы можете видеть, как сейчас выглядит сгоревший дом. Это черные окна и черные стены, по которым уже сейчас пошли трещины. Зрелище, конечно, страшное. Изнутри периодически слышны громкие звуки, будто падает что-то тяжелое. Это специалисты разбирают завалы внутри обрушившегося перекрытия между этажами. Несколько квартир полностью провалились вниз. По предварительным данным, пожар начался на пятом этаже семиэтажного здания, там, где расположена квартира дочери Юрия Башмета. Она выгорела полностью, но жильцы успели выбежать в последний момент. В доме, который находится в самом центре Москвы, в двух шагах от Арбата, вообще живут очень много знаменитостей. Здесь также расположены квартиры.
квартирам. А к песенке Борбида Кунайте, художника Никаса Сафронова, уже известно, что их имущество не пострадало. Все подъезды, которые не пострадали от огня, уже начали пускать жители, но место происшествия по-прежнему оцеплено. Группы всех жильцов пускают только по паспортам. Естественно, если кто-то успел взять с собой паспорта, могут пройти внутрь и взять из дома некоторые вещи, но в основном жильцы сейчас предпочитают не находиться рядом с сгоревшим домом. Здесь все-таки внутри еще небезопасно, пока конструкции полностью не обследованы. Поэтому очень многие сейчас приехали жить к родственникам, друзьям или в гостиниц. Я стою уже через 7 минут после вызова и сразу же приступили к тушению пожара. Сначала ликвидировали открытый огонь, но потом столкнулись со сложностями, когда удалось сбить открытое пламя, огонь ушел в прикрытие и распространился на площади в 2000 квадратных метров. Хватит сразу 4-й и 5-й этаж. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. Специалисты пока точно не установили источник, но по предварительной версии причина сгорания может стать неисправность электрооборудования. Это уже 8-е. Да, вот тебе, пожалуйста. Вот и результат. Все настраивает. Вдруг... Ну, у него так, последние 5 детей, там, много, у него много детей, на границе детей. Thank you.